Вот такая она Америка. Вот там вдалеке это детская площадка. Очень зелено. Деревья высокие. Их много. Я называю это lavish nature. Neighborhood. Едет машинка там, я отхожу в сторонку, чтобы никого не беспокоить. Чудесный осенний денечек. Падают желтые листики, шуршат. При этом такое удивительно нежное, красивенькое небо. Голубое, молочное. Очень свежо, умиротворенно. Здесь также ездят машины, чем-то заняты люди, происходит какая-то активность. Но когда я говорю, мне кажется, что я слышу свой голос. Ой, белка, белка! Белка! Сейчас отъезжает машина. Эй, эй, эй! И где же ты, красавица? Эй, дружище! Боже, как ты высоко забралась! Шумно проехала машина, а состояние умиротворенности, такого мирного благодушия, оно меня переполняет. Кстати, вот в этом здании, которое я сейчас показываю, это джим, это спортивный центр. How are you? Nice day again. Wonderful day. One more. Thank you for your that repair job. Is that what they wanted? Yeah, okay. Wonderful, great, thank you. Расскажу я вам об этом мужчине. Это тот, которого у нас называют сантехник, или тот, который чинит все. Вчера он пришел к нашей соседке починить кондиционер. И что интересное дело, он сначала постучал громко пару раз. Она не открыла, потому что она на работе, нету машины. И он тогда открыл своим ключом. Я так поняла, что они берут эти ключи у администратора этого комплекса жилого и имеют полное право заходить в квартиру жильцов по согласию с жильцами. Вот такое здесь украшение. Это потому, что скоро Хэллоуин. И вообще потому, что осень. Боже, как листики шуршат. Боже, как красивенько. Ой, какая прелесть. А я вся в летнем. Сейчас покажу свои тапочки. Ой, даже листик вот мне попал. Вот моя юбочка. Вот она я. Так вот, меня удивило то, что рабочий, который делает какие-то технические, там, устраняет неполадки, он имеет право зайти в квартиру по согласованию с жильцом. И это нормально. Люди доверяют мастерам. Здесь все такие по-хорошему, ну, не пуганые. Здесь все честно и порядочно. Да, так вот этот мужчина, он вчера починил кондиционер, который там что-то жужжал. И после этого мы прекрасно наслаждаемся
звуками природы, слышим птичек, и нас не отвлекает этот жужжащий кондиционер. Вот сегодня, когда он проезжал на желтой машине, он так притормозил и что-то мне сказал, сказал, что хороший день какой. Я ему сказала, что он классно сделал работу. Ну, в общем-то, вот так вот. Приятно здесь.